Всем привет, друзья! Кто помнит, кто смотрел, два загончика для свинок у меня есть. Тут вы еще в начале ролика увидите фантика, его уже давно нет. Видео будет затяжным. Тут эта малышня еще такая. Итак, начнем этот ролик. Надо мне, ребят, сделать тут еще два загона. Тут у меня были дрова, я их уже перенес. И начинаем убирать эти дрова. Переносить я их не буду, а будем их постепенно сжигать в печке. Начало ролика сейчас середина декабря. Ну а когда ролик, наверное, дойдет к завершению, это уже будет, скорее всего, март. Такой затяжной будет ролик, буду потихоньку снимать. Уберу вот эти. Тут раз, два, три, наверное, или четыре. Три. Четыре. Четыре с вот этим неполным рядом дров. Ну, это месяца на полтора должно хватить. Вот так. Потом, ну, как вы видите, этот загон не совсем ровный. То есть это все будет разбираться, делиться по балке пополам. В общем, все будет аккуратно и более-менее красиво. Ну, все. Убираем дрова потихонечку. Итак, друзья, процесс сжигания дров в печке в разгаре. Кто помнит, вот двери к поросюшкам мелким. Тут была одна стойка вот здесь вот. Где-то вот здесь вот прибита. И вторая вот ближе. То есть уже вот сколько убрали. Видите, пространство. Ну, в расстояниях это где-то метра полтора. Полтора метра. Получается, два ряда убрали, да? Да, где-то так. Еще осталась вот эта половинка. И там, получается, ряд и ряд. То есть два с половиной ряда осталось. Ушло это все за месяц. Насколько уйдет это, неизвестно. Но потихонечку убираем. Процесс идет. Фокус не срабатывает. Ну, как-то так. Дрова, ребят, почти убраны. Вот. Осталось три палочки. Четыре, в общем. Ну, скорее всего, и вот стена уже сарая дальняя. Щит какой-то стоит. Тут окна какие-то. Ну вот, сейчас убираю дрова. Сюда убираю. И начинаем это все зачищать, убирать. Вот. Снова может плохо видно, но такой бардак, и фокус не может сфокусироваться. Вот. Ну, начинаем зачищать вот это все. Свинюшки здесь. Ну, а мы работаем. Вот, друзья, все дрова убрал. Осталось вот последнее там. Да, сейчас долезу. Щит какой-то лежит. Тут окна старые. В общем, это тоже надо сейчас все вынести. И убрать. Сейчас, наверное, это сделаю. Ну, а дальше уже досниму, покажу, что я здесь хочу. Что здесь будет. Сейчас вот повесил временную лампочку. И работать было виднее. Ну, чтобы вам виднее было показать. Да, убираю вот это все. И дальше досниму. Вот, ребят, наконец-то процесс уборки окончен. Если можно так сказать. Видно, какой большой перепад. Здесь был деревянный, ну, насланный пол. Из досок, зубовых досок. Это сарай, кто забыл. Здесь стояла корова, ну, а потом были дрова. Ну, вы в одном ролике все увидите. То есть всю зиму убирались дрова, топилась печка. Ну и вот все, финиш, конец. Это я обелил там сарай диоточки, осталось чуть-чуть извести. Вот начал белить здесь. Это тоже будет все выбелено, и потолок, и стены, и все будет.
аккуратно, чисто и красиво. Вот свинюшки мои, их не видно. Не видно. Трое из ларца. Ну вот, свинка Боня. Что-то она любит маститься в туалет, спать или отдыхать. Ну не сейчас. Вот, ребят, поскольку уборка окончена, что я здесь планирую? Вот это, само собой, кривое наискось все надо убрать и построить что-то более-менее аккуратное и ровное. Будет вот к этим балкам ставятся стойки. Что я здесь хочу? И с этого места я хочу еще сделать два загона. То есть один будет где-то по вот так вот. Вот видно, это где-то 1.30 м. Вот от лома до, ну, до стены. Ну и второй будет, может даже чуть-чуть меньше будет. И второй будет где-то, как он, не знаю, даже что тут все повыносил. Ну еще плюс 1 м где-то до, если провести прямой от этой доски, где-то до вот сюда. То есть вот перпендикулярно, наверное, вот отсюда и пойдет стоечка. Здесь будет второй загон. Вот это второй будет проходящий. Ну, по-другому никак. Такая планировка помещения, что я не смогу налево-направо сделать загоны, чтобы открылась дверь или с тачкой пройти. То есть один будет проходящий. Чтобы почистить у дальних, надо пройти через ближних. Ну, ничего не сделаешь. Вот так вот. Так что, в принципе, все рассказал. Ну, а сам момент постройки новых загонов уже будет в следующем ролике. Я также буду заливать полы, то есть уже, ну, в следующем ролике. Повыравниваю здесь все, засыплю песка, щебенки, залью бетонный пол, то есть поделаю загоны, закажу доски, ну, все увидите уже в следующем ролике. Ну, так, в принципе, все. Все, ребят. Всем спасибо за внимание. Всем удачки. Всем пока.